Всем привет, это Красава, и я снова в Англии. Футбольный клуб «Шеффилд» – первый клуб в мире. Эти парни чтят традиции, рубятся в низших лигах Англии и собираются в тур по России. Сегодня я покажу вам брутальный английский футбол изнутри. Погнали! Самый олдскул английского футбола. Do your jobs! Hey, get the ball! Go! Have fun! It's the Russia. Красава! Thank you, Chus. Первое, что хотелось бы отметить, во-первых, уютный стадион. Все в английском стиле, очень круто. Вот, смотрите, какой стадион. Шеффилд. Самый старый клуб в мире. Натуральные поля. Даже несмотря на то, что идет дождь, поле немного мягкое, но зато натуральный газон везде. И вообще, конечно, в английских лигах, даже несмотря на то, что это 8-я лига, везде натуральный газон. This is what you have to do to get a game on. У нас в России тренер тебя может закопать, а здесь в Англии тренеры наоборот копают поле, выравнивают, делают так, чтобы вода лишняя уходила в грунт, чтобы пацанам потом на футбольном поле было удобнее играть. Hello, guys. Опа! Here is love. Массаж. Gorgeous, man. Gorgeous. Ну, вы видели? Какие душевые. Где стали? Где стали? Fucking why? On the wing. David Beckham. Okay. Boom, boom, boom. Okay. Striker? Yeah. Fuck off. Турникеты. Здесь, с одной стороны, здесь же можно купить программку. Если честно, я таким и представлял английский футбол. Все олдскульно, все по-настоящему, брутально. Я так понимаю, зашел в дикторскую. Вот здесь сидит человек, который будет объявлять состав. У него прикольный вид на поле. Все пропитано футболом, даже несмотря на скромные условия. Because it's 160 years special one, that's 25 pounds, and these are 20. Специальная серия футболок 160-летию стоит 25 фунтов. Hello. How you going? All right. Ричард, вы президент первого в мире клуба. Это очень круто. Что для вас это значит? Это большая честь для меня быть главой первого в мире футбольного клуба. Не надо смотреть в прошлое, нужно сохранить этот клуб в живых на следующие 150 лет. Вот в этом и есть моя миссия. Как часто вы говорите президентам других футбольных клубов? Извините, а сколько лет вашему клубу? О да, мы спорим постоянно. Знаете, что теперь я отвечаю? Просто посмотрите в интернете. Я знаю, что Шеффилд получил орден за заслуги перед футболом. Такой орден есть у мадридского Реала. А какие у вас отношения с королевским клубом? Это большая честь, потому что Реал Мадрид самый большой и богатый клуб мира. А как вы тут видите, мы не самый большой и не самый богатый. Но это говорит о том, что футбол равен для всех.
Неважно, сколько у тебя лаве, просто любите эту игру. В 1860 году был первый матч против Хелема. Я знаю, что вы традиционно каждый год устраиваете матчи с этой командой, несмотря на то, что вы в разных лигах. Для вас это самый принципиальный соперник? У нас дружеское соперничество. Конечно, когда мы на поле, мы друг друга не любим. Но в остальное время дружим. Английский чемпионат считается самым богатым в мире. Скажите, пожалуйста, какой бюджет у команды 8-й лиги Англии? Я не могу сказать вам бюджет, но он меньше, чем недельная зарплата одного игрока премьер-лиги. Когда-нибудь в вашей команде были легионеры? Не могу ни одного припомнить. Может, те, кто родились не в Англии, но получили британское гражданство? У нас был игрок из Африки, но у него был британский паспорт. Мы всегда в поиске хороших игроков. Как насчет тебя, Сава? Если я проявлюсь на тренировках, есть шанс, что я поеду летом за Шеффилд в Россию? Да почему нет? Это же круто, иметь последнюю команду, самый первый футбольный клуб в мире. Давно мечтал дебютировать в английской команде, вот потренируюсь с командой Шеффилд. Проверю пацанов на прочность. 8-я лига, самый андеграунд, самый олдскул английского футбола. Sign him for 1 year. He can name his price. Where's the other bit? Big man, come here. Let's go. Bravo. Голливушку отдал сейчас только что. Я! Тренировка на английской земле, я могу сказать, что Шеффилд, даже несмотря на то, что играет в 8-й лиге, достаточно приличный уровень. Я думаю, что где-то сопоставимо с нашей 2-й лигой. Очень хороший темп, достаточно быстрые ребята, поэтому лично для меня это открытие. 8-я лига Англии играет, как у нас, ну как минимум 2-я.
Как я выгляжу? Какой мой уровень? По мне, ты хорошо справляешься. Несколько парней накрутил. Отлично. Очень хороший уровень. Есть ли у меня шанс летом сыграть за вас в России? Определенно, да. Я обещаю, полгода не пить, не курить, не спать с женой, не спать с другом, готовиться, чтобы за Шеффилд сыграть очень круто в России. Это наша доска членов клуба. Всего 25 фунтов в год. Бобби Чарльтон, Зепп Блаттер были почетными членами первого в мире футбольного клуба. Мы хотим раскручивать эту идею по всему миру. Ты можешь нам в этом помочь вместе со своим каналом. В 2011 году вы продали рукопись первых футбольных правил за 1.5 миллиона долларов примерно. Как эти правила отличались от нынешней версии? Да, несколько отличий было. Самые первые годы нужно было поймать мяч, бежать с ним было нельзя, это было бы регби, и положить его на землю. За всю историю Шеффилда было 3 игрока сборной Англии, это правда было в 19 веке. В 19 веке Шеффилд был в высшем дивизионе, потому что премьер-лигу тогда еще не изобрели. Когда деньги еще не пришли в футбол, мы были лучше. Excuse me. Вот так вот первого болельщика не пускают на стадион. Президент клуба пускает сам лично на стадион первых болельщиков, это очень круто. Ричард, когда вы пришли в команду, клуб был на грани исчезновения, болельщиков вообще не было на трибунах. Как вам удалось все исправить? Да, когда-то мы играли на стадионе для легкой атлетики. Перед одним болельщиком и собакой. Но мы сейчас небольшая команда, но нужно много времени для раскачивания рынка и получения доходов. У нас много гостей из других стран. Ты, например, из России. Есть ребята из Китая. Нам надо делать необычные вещи. Сейчас наш клуб становится чем-то вроде культовой истории. Многие люди за ним следят. В соцсетях у нас 90% не из Шеффилда. Они по всему миру. Мы создали что-то уникальное. И люди ценят аутентичность и эксклюзивность. Важный челлендж, с которым сталкиваются футболисты по окончанию карьеры, как грамотно инвестировать заработанные деньги и во что вложиться. Очень многие пробуют стать бизнесменами, но далеко не у всех это получается. Моя история на эту тему очень яркий и поучительный пример фантастического провала. Бывший тесть нарисовал мне очень интересный бизнес-план и предложил вложиться в автосалон. Я очень впечатлился и все деньги, которые заработал в футболе, потратил туда. Автосалон в итоге достроили, но на сумму, которая очень сильно отличалась от той, которая была прописана в бизнес-плане. Как я выяснил позже, мой тесть намеренно банкротил предприятие и выводил деньги на другие счета. Вот так сгорели все мои футбольные деньги, но я получил бесценный опыт, а главное – мотивацию развиваться в других направлениях. Для всех тех, кто хочет заниматься бизнесом и не прогореть, Сбербанк вместе с телеканалом «Пятница» делает отличное шоу «Теперь я босс». В этом шоу владельцы бизнес-империи на 3 дня меняются местами с начинающими предпринимателями и делится огромным опытом. А на YouTube-канале шоу выходит очень много всего интересного, чего не показывают по телеку. Бэкстейджи со съемок, коллаборации с топовыми блогерами, эксклюзивные советы от успешных предпринимателей и еще много полезного контента. Только про бизнес и только рабочие инсайды. Сейчас идут съемки 3-го сезона, а в первых 2 разобрали очень много интересных примеров из разных сфер. Например, ресторанный бизнес, в который очень любят вкладываться спортсмены и в котором гораздо больше рисков и секретов, чем кажется со стороны. Переходим по ссылке в описании на канал «Теперь я босс». Подписываемся, погружаемся во внутренний мир бизнеса и не повторяем моих ошибок. А под выпуском про ресторанный бизнес в комментариях я жду вашей истории про неудачные инвестиции. Автор самой огненной истории получит футболку Шеффилда, самого первого клуба в мире, с автографами футболистов. А мы двигаемся дальше. Мэтт, ты капитан самой первой команды в мире футбольной. Как часто тебя узнают на улицах? Да, может быть, в некоторых местах. После матча в мою честь в том году против Шеффилд Юнайтед я стал довольно узнаваемым в городе. Но футболистов узнают в основном фанаты или журналисты.
Ты 13 лет в клубе, самое крутое предложение, от которого ты отказался. Я всегда хотел оставаться там, где я есть. Тут все свое, локально. Клуб уникальный, первый в мире. Так зачем куда-то уходить за пару лишних фунтов? Опа! So we strip it all back, take everything back to brick, new kitchens, try and take everything back to a bit original. Hope to sell it for a profit. We've got the decorator in today. Get all this all tiled up today. 500 матчей за Шеффилд. Вау, это очень круто. Ты местная легенда. Да, это хороший клуб, чтобы за него рубиться. Я в нем 14 лет. И это большая честь быть рекордсменом клуба по проведенным матчам. Почему именно Шеффилд? Я сам из Шеффилда. Я играл за Шеффилд Уэнсдей и Шеффилд Юнайтед. Я нашел свой уровень. Ты капитан команды, ты делаешь ремонт и кладешь плитку. Как ты совмещаешь это с футболом? Я, может, и выгляжу старым, но мне 35 лет, как и тебе, Сава. И все еще я в форме. Тренируюсь два раза в неделю, играю по субботам. И моя работа явно не сидячая. Бегаю вверх-вниз по лестнице, весь движение и целый день. И до тех пор, пока я кайфую, буду продолжать тренироваться. У тебя в Инстаграм написано, что ты еще водитель для селебрити. Селебрити в Шеффилде. Откуда они? У меня есть пару друзей из разных видов спорта. Из Шеффилда вышло много капитанов сборной по крикету. Я дружу с ними. Из известных футболистов в Шеффилде тоже есть ребята. Крис Уодл, например. Мы познакомились через футбол и поддерживаем отличные отношения. Чем ты больше зарабатываешь, футболом или ремонтами и тем, что водишь селебрити? Хотел бы я сказать, что футболом мы не смогли бы жить на заработке от футбола. У каждого футболиста в нашей команде есть основная работа. Мы можем быть частью футбольного мира, играть в Кубке Англии, но вернувшись в реальность, вот это моя работа, которую ты сейчас видишь. В России, когда человек лидер команды, когда он капитан, когда он провел большое количество матчей, когда он легенда, часто к нему обращаются по отчеству. Как тебя молодые называют в команде? Мое прозвище Рундог. Рундог? Рундог, я. Рун, Руни. Я как бешеный пес ношусь по полю. Другими словами, если ты встретишься с Суаресом, кто кого быстрее укусит? В России практически невозможно из 8-й лиги подняться в премьер-лигу. В Англии возможно из 8-й лиги подняться в премьер-лигу? Ну, прям в премьер-лигу? Да, пожалуй, это возможно. Вот Солфорд-Сити из Манчестера, например. Начали с низов оттуда, где мы сейчас. Были в 10-й лиге, а сейчас в 4 шагах от премьер-лиги. Джейми Варди вышел из Шеффилда и знал лиги в премьер-лигу. Это фантастика. Но расстояние, конечно, огромное. Ты сказал, что в нон-лиге настоящий футбол. Чем нон-лига лучше, чем АПЛ? Это совсем другая игра. У тебя нет ни секунды с мячом. Вот ты вчера тренировался с нами и сам все почувствовал. Задержишься с мячом в ногах на секунду, получишь удар в подкате. I've always wanted a Bentley, so I thought I'd go. You might be a bit, Bentley! Hey, hello, boy! Can you say hello? Can you say hello? Come on in. Say hello. There you go. I'll lead you to that. Какое у тебя самое любимое блюдо в английской кухне? Пирог с мясом и картошкой. Истинное шеффилдское блюдо. А сколько пива ты можешь выпить после игры? Я не пьяница, но быстро напиваюсь. Особенно после игры, когда устал и сильно голоден. Я знаю, когда ты сделал первый хитрик за Шеффилд, ты праздновал его с папой. Мне все время пихали за то, что я мало забиваю для полузащитника. И когда я сделал первый хитрик, папа был рядом и радовался. Я побежал к нему и крепко его обнял. Это было круто. Хорошие времена. Это был лучший момент в твоей карьере или нет?
Думаю, да. У меня до сих пор мяч с той игры в подвале. Ну и фотка с отцом, конечно. Если у тебя будет сын, он не будет болеть за Шеффилд, а будет, например, болеть за Манчестер Юнайтед. Что ты ему скажешь? Будет парень или девочка, они будут болеть за Шеффилд Юнайтед и, конечно, за Шеффилд. Потому что это в моем сердце. Вот моя комната. Тренировочная форма, подготовленная на завтрашнюю игру. На стене майка за 300 игр за Шеффилд. То фото говорит само за себя. Это Пеле на Премьер-лиге, когда мы играли против Интера. Это 10 лет назад, и посмотри, какая шикарная у меня была прическа. Это футболка с моего почетного матча. Все игроки Шеффилд Юнайтед подписали ее. У меня есть футболка миланского Интера, номер 25. Не уверен, кто это был, но он точно был заявлен. Балотелли и Матерацци расписались на ней. Ты играл против Балотелли, ты играл против Матерацци, ты забил гол на Сан-Сиро. Вау! Какие были эмоции? Я забивал на Сан-Сиро. Немногие игроки могут такое сказать. Когда клубу было 150 лет, к вам приезжал Интер, и на этом матче присутствовало 19 тысяч зрителей. Это самый посещаемый матч в истории клуба. Мы играли не здесь, мы играли на стадионе Шеффилд Юнайтед в Брэмо Лейн. Но это точно рекорд посещаемости для нас. Мы проиграли 2-5, но эй, это не так уж плохо. Балотелли воткнул нам 2 голешника. А в конце сезона, к 150-летию клуба, мы играли еще с Аяксом. Шеффилд забил 2, а Аякс 0. По вашему мнению, вы считаете, что один матч в сезоне нужно проводить без титульных спонсоров? Почему? То есть вы считаете, что деньги мешают развитию футбола или нужно просто отдавать дань традициям? Да, было бы круто играть в оригинальной форме без спонсоров. Но, к сожалению, даже на таком уровне, чтобы содержать клуб, нужны деньги. Я знаю, что вы хотите вернуться и построить стадион там, где вообще зарождался Шеффилд, где вообще проходили первые матчи в мире. А если придет к вам российский инвестор и скажет: «Окей, я готов вкладывать деньги в Шеффилд», то что вы скажете? Мы обязательно подумаем об этом. Надо посоветоваться. Кстати, ребятки, интересный факт. Именно удар головой в футболе ввели и разрешили именно в Шеффилде. Поэтому угол головы просто обязан играть за эту команду. По девяткам хлещет, вы видели? Опа! Good luck, my friend. Good luck. Просто сейчас чуть мне руку не сломал. Собираетесь поехать в тур по России. Как родилась эта идея? Наши спонсоры, классические футбольные майки, пришли с этой идеей. И вы в России тоже решили ее поддержать. Футбольный клуб Шеффилд едет в Россию. Изменилось ли Россия у вас мнение после чемпионата мира по футболу? Все СМИ мира нагнетали. Мистер Путин сказал: проблем не будет. И проблем не было. Вы что-нибудь знаете о тех командах, с которыми будете играть в России? Надо поискать инфу. Очевидно, что для нас это будет сложный вызов. Но это больше о самом событии, чем о результате. В январе сюда приезжал Лукас Подольский, пил пиво с ребятами вот в том баре. А что он здесь сделал? Новое приобретение? Но если я вам расскажу про Лукаса Подольский, то это будет безумный инсайт для вас до нашего приезда в Россию. И
из Шеффилда я пригнал в Манчестер на знакомый вам стадион Этихад. Но Манчестер Сити тут ни при чем. Рядом со стадионом базируется компания Classic Football Shirts. Эти ребята продают футболки на десятки миллионов фунтов в год. Представляете, на ретро-майках они делают целое состояние. И именно эта компания везет футбольный клуб Шеффилд этим летом к нам в Россию. Это все как бы не, не с магазов, а от людей покупаем, да? Просто представьте, вот все эти футболки, они с игроков. То есть это не куплены где-то в магазине, это все оригинальные футболки, которые покупаются у игроков, покупаются у команды и потом перепродаются за очень большие деньги. Ребят, здесь просто целый город. Я просто не писаю, сколько сотрудников у вас работает в компании? Около 60 человек. Это правда, что вы зарабатываете в год 18 миллионов фунтов на майках, на бутсах и на всей атрибутике футбольной? Бизнес приносит много денег. У нас много футболок, и продаем мы тоже очень много. Мы начали 12 лет назад. Только я и Мэтт с двумя футболками в руках. Первая футболка, которую вы продали. Это была футболка Ливерпуля 89 года с надписью «Кэнди» на груди. Продали кому-то из Норвегии. Сколько она стоила? 80 фунтов, где-то $100, наверное. За 80 мы продали ее в 2006 году. Цена этой футболки сейчас 200 фунтов. Самая дорогая футболка, которую вы продали за все это время? Парочку мы продали за 10 тысяч фунтов. Некоторые, которые у нас есть, мы их не продали. Могут стоить дороже, кстати. Может 20, может 30 тысяч фунтов. Все эти футболки прям с игроков, не из магазина. Да, все эти футболки у нас непосредственно от игроков. Их надевали на матчи. Некоторые на финалы чемпионата мира, Лиги чемпионов, Кубка Англии. По существу, это настоящий музей. Как вам удается эти футболки получить в собственность? У нас очень много контактов. Мы создали открытую сеть за последние несколько лет. Мы сотрудничаем с ассоциацией игроков. Люди к нам обращаются. Например, в апреле мы едем в Таиланд, покажем эту коллекцию. Мы были в Москве на чемпионате мира, кстати. Есть хоть одна футболка, которую вы очень хотите, но не можете никак достать? Очень много. Лично я помешан на чемпионате мира 1990-го и хочу получить каждую футболку с того турнира. У меня нет футболки СССР. Нужна аргентинская футболка с финала. Такие футболки не продаются в магазине. Во всем мире их существует всего 20-30 штук. Надо найти игрока, кто играл в том матче. Док, я знаю, что у тебя есть коллекция. Есть футболка, которую ты никогда, ни за какие деньги не продашь? Их всегда можно уговорить ценой. Нужно предложить только хорошие деньги. За 20 миллионов фунтов выбирай, что хочешь. Тут лучшие из лучших. Вот эти. Я тебе покажу. Это футболка Марадоны. Он тот сезон играл за Неаполь. Каждая футболка здесь — это настоящий клад. Из российских у нас... Чемпионат Европы 1988 года. Эту надевал Зизу. Я знаю, что у тебя есть супер эксклюзивная футболка Диего Марадоны. Да, но ее нужно найти. Это самая последняя футболка. В ней он провел последнюю игру за Барсу. Мы получили ее от игрока команды соперника. Этим летом вы везете Шеффилд в Россию. При слове Шеффилд сразу появилась футболка. Зачем вам это нужно? Мы были в России на чемпионате мира, и это был бесценный опыт. Мы работаем с футбольным клубом Шеффилд уже 3 года, как спонсор клуба. Если посмотрите на их майку, мы на груди. Появилась возможность от контактов, которые мы узнали на чемпионате мира. Почему именно эти команды будут играть против Шеффилд? Знамя труда, Торпедо, Казанка. Почему именно эти команды? Старейшие
крупнейший клуб России. Они заинтересовались. Мы классические футбольные майки. Мы ценим прошлое. Это были первые люди, с кем мы пообщались на выставке, которую мы делали в Москве. Как вы думаете, футболка какого игрока сборной России сейчас самая ценная? Головин. Он попал в Европу. Это всегда круто. Черышев. Дзюба, он сравнял с Испанией. Акинфеев взял чумовой пенальти. Игру с Испанией мы смотрели неизвестно где. Ехали из Сочи в Ростов. Нашли какую-то маленькую кафешку. Смотрели там по телеку с местными ребятами. Это незабываемые впечатления. Я знаю, что вы готовите для Шеффилда и специально для этого турне в России отдельную форму. Что-то с русским текстом на футболке. И с дизайном, подходящим случаю. Надеюсь, мы все это продадим. Можно посмотреть? Это сюрприз. Анжи. Анжи Цимбалай. Алиф, ЦСКА, Жирков, Базилюк, Краснодар. Нахушев, ничего себе, сейчас в Нальчике праздник. О, Химки! Куда? Максимов. Кубань. Уже в самой Кубани столько футболок нет, сколько у вас. Ясно, да. Отчимайте. Москва. О, это супер ретро. Я им голы забивал. Рубин. О, Сатурн. Ковалевский. Билетнов. Белединов. Зенит. Кришито. Кришито. Кайф, а? А был какой-нибудь безумный человек, который купил, например, 100 футболок сразу? Чувак из Колумбии. Колумбия? Он хочет собрать футболки всех команд по всему миру. Он просто crazy. В Англии, например, 92 команды в лиге. И, например, 92 в нон-лиге. Он хочет футболки из всех стран. Это под 10 тысяч футболок. Он собирает их с 2006 года, если не раньше. Люди из Азии, Гонконг, Китай покупают по 100-150 футболок за раз. Таиланд, Китай, Гонконг, Индонезия, Малайзия. Сава, жаль, что в России твоя карьера получилась никакой, но в Англии ты сыграешь за Шеффилд. Мэтт, этим летом ты едешь в Россию. Что ты знаешь вообще о России, о русском футболе? Я не совсем знаю русские команды, с которыми будем играть, но то, что я видел на чемпионате мира, мне очень понравилось. Жду с нетерпением. Ну и бухануть хорошенько бы не помешало. Сколько раз в жизни ты пробовал водку? Наверное, не столько много для России. Надо с парнями начать больше пить водку после матча, готовиться. Мы тут в Англии больше по пиву. Пьем много пива, но от водки не откажемся. Two Brayton, three Eagle, four Patterson, five Ludlam, six Chapman, seven Hastings, eight Yates, nine Dunne. Fucking liven up, son. He's gonna be the fucking best player. The keeper is fucking struggling. You must fucking test him. You should be not being here thinking your job today for us as a club is 3 points. 60 fucking minutes. We're gonna fucking need three of you today. All best, come on. Don't see these cunts off early fucking doors! Do your jobs! Hey! Us and Ted all over! Fucking on it, you, yeah? Come on, come on. Big man, let's go, big man. West side, my boy. Come on, you. Ну что, вы видели, какая установка? Просто огонь, у меня мурашки по коже. Let's go! 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 Let's go
Чуть-чуть поучаствовал в матче. Помог ребятам вести аут. Только что мои пропустили, к сожалению, очень важный матч для них, поэтому сразу вон пошли разминаться пацаны. Короче, 1-0 горим. Обратите внимание на тренера команды гостей. Вы что говорили, Юрген Клопп эмоционален? Да просто гляньте на этого парня из 8-й лиги, он просто готов всех разорвать. Только что моя команда сравняла счет. Нет, вы это видели? Центра поля, второй колесник, наши забили 2-1. Смотрите, какая очередь. Все в перерыве матча идут в бар, который расположен прямо в трибуне, чтобы выпить пиво. В России очень много искусственных полей. В Англии, насколько я знаю, много в основном играют натурально. Вообще искусственное поле — это... Как вы его воспринимаете? Это другой вид спорта или это все-таки футбол? Все тут за традиции. У нас погода в Шеффилде не такая плохая, как в России, но и тут матчи переносят. Поля, на которых играют премьер-лиги, наполовину натуральные, наполовину синтетические. И это идеальное решение. Но здесь мы не можем себе этого позволить. Поэтому только трава. Рейдер, 4-1, вот так вот проигрывали 1-0, потом 4 воткнули. Да, и кстати, команды, которые будут играть против Шеффилда в России, смотрите внимательно, вам будет очень нелегко. Yours on a hot plate. Yeah! Get it! Perfect! С победой, всех с победой! Андеграунд английского футбола, друзья. Если это видео соберет 1 000 000 просмотров, я надеваю бутсы, хорошо тренируюсь и приезжаю в Шеффилд на месяц и рублюсь за эту команду, показываю вам все внутренности английского футбола низших лиг. Выбор за вами. Отмечайте друзей, ставьте лайки. Я надеюсь, соберем лям, и я возобновлю карьеру. О чем мечтает президент первого в мире футбольного клуба? Как и любой футбольный клуб, хорошо стоять на ногах, быть в деле следующие 150 лет и представлять всем, чем хорош футбол. У меня есть вопрос к тебе, Сава. Знаешь ли ты прозвище футбольного клуба Шеффилд? Yeah. Какое? Club. Ричард проверил меня, знаю ли я прозвище команды. Конечно же, я знаю. Это клуб, просто клуб, потому что он был первым в мире.
Лично в моем идеальном мире все происходит так. Команда выиграла и приходит в бар, который находится в стадионе, чтобы выпить пиво со своими болельщиками. У вас на стадионе есть бар, где футболисты выпивают после игры с болельщиками. Если команда выигрывает, то алкоголь бесплатный. Не для всех, только для команды. Не для всех фанатов. А то бы я разорился. Hey everyone, I'm Russia. Let's get pumped. It's the Russia. Кстати, сейчас два тренера общаются. Congratulations. Thank you. No, very lucky chap. Thank you. Thank you. Cheers, up the club. Шеффилд, первый клуб в мире. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Подписывайтесь на мою инсту, твиттер и группу ВКонтакте. Это красава! Красава! Up the club. Двигаемся дальше. Красава!